самостоятельно по 8 бросков, по 10, по 20. Хорошо, хорошо. Да. Ты бросок делаешь хорошо. Главное, чтобы он в борьбе получался. Ты просто, ты можешь сначала разобьешься, а потом уже делать те бросок, которые... Это должен быть один короткий бросок, который ты сделаешь и Артуру, и Мише. Выиграть может быть нет, но сделать бросок. Хорошо, работаем, работаем. Свой прием надо 100 раз делать. 2 минуты, 100 бросков. Вот этой рукой.
так взял зарплату, ты сразу будешь бросать заднюю картошку. Вот есть зарплата. Видишь? Вот попробуй вот эту руку мне взять за шею. Руку оттуда и все. Ой, Миша, блин, ждешь. Куда надо в середине? Да, ну ты. Ложись на спину. Стойку. Все, сделать ему движение болевой. И ты тоже самое. Все, ты с стойки начинаешь, ты с парты. Можно убирать в сторону, руку не давая. Встал опять. Да. Почему поездом назвал? Даниэл, Мате. Мат, если ты лежишь, то тебя будет сломать.
все-таки партер, если что перевернешься, удержание. А так он тебя начнет ломать просто, а ты даже уйти не сможешь. Ну, ну-ка, иди на него. Все. Одну ногу возьми, одну ногу рукой, убери в сторону. Вот держи за штанину. Правильно, ты между ног, ноги между ног. Так, Максик, не забывай. Все. Так, готовы? Еще раз. Двигайся.
ничего не выходит? Я проиграл. А, проиграл? Центр, икон, поменялись. Маш, стойку. Скажи, Мате, ты же видишь, там тренер идет. Стоп, Мате. Попробуй другой рукой держать сейчас. Аджиме. Сгибаешься очень сильно. Стоп, стоп, стоп. Посмотри, там же упал поезд. Останови. Держи захват. Только левую руку.
просто убегал захватывать. Вот. Молодец. Говори, Вазай, смотри. Стоп, Макс, смотри. Поправьте, пожалуйста, Макс. Да. Чуть-чуть сюда. Видишь там угол? Мат, который стоит и вешает. Чуть-чуть угол закрыл. Но не так сильно. Тот открывает. Вот так. Смотри, борешься с этой, да? Смотри, ты встаешь. Кто берешь другую руку? Ну, меняешь руку, да. Болевой. Зайди сбоку, Алина, держать. Держи руку. Держи. Головой держи руку ближе ее. Головой, а потом головой держи руку. Вот так, молодец. Оценка есть? Упала на бок, нет? Упала или нет? Да нет, слушай, вот так как ты приходишь и громко разговариваешь, и здесь не стесняешься, никто же тебя ругать не будет. Просто ты молчишь, непонятно, есть бросок, нет броска. Хорошо? Пожалуйста, погромче. Вот, правильно, Миша, хорошо. Да. Снизу рука должна быть. Вот, Макс, стоп. Макс. Да, он ниже тебя. Ой. Есть, оценка. Ну, не слышишь. Ну, скажи. Покажи. Громче. Базай. О, молодец. Ты как кричишь? Цепу! А тут Мишка остается. Сейчас сверху будет брать. Куртку возьми, впереди его. Вот так. Умница. Держи куртку. Вот тут. Вот. Больше работай. Не на броске, а больше как. Вот. О! Держи! Держи руку ближнюю руку. Я бы настраивала тебя, кажи. Локоть держи, ты не кот. Куртку, кот. Стоп, останови.
сам себя держит. Все, и он. Ты когда прижимаешь, там получается. Ты сначала подвигайся по бедре, чтобы он упал, а потом бросишь. Если сразу будешь бросать, он не упадет. Наступи ему на живот, он. Дам на тест кое-что. Видишь, Андрюха? Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотри внимательно. Он же тоже в левый стоит. Да? В левый. Вот ты взял. Держи. Вот он. Естественно, он естественно, ты раз ногу так послал, он только кошку кинул. В этом случае заднюю подушку очень тяжело. Вообще стараться не надо. Да. Значит, еще раз. Да. Нет. Если он сильно рвет, отпусти. А тебе надо так, иди сюда. Возьмись. Так рвать другой. Так рвать плохо. Так у нас плохо. И когда собирается клад, то замерзнем, и самого запахнуть, раз туда пьем. Держи. Смотри, что надо делать. Берешь отсюда. Оп. И все, и он пошел. Пиши. Вниз. Вот. Видишь? А так просто, если будешь рвать уходить, тебе шида будет. Чтобы за ним будет. О, молодец. Просто... Молодец, да. Мишаня тебя уже бросить не может. Красавчик, да. А это Шендря. Не пускай, не пускай. Не оставляй так руку, сейчас подвернется. Миша, он в колен тебя. Тихон. Тихон. Так, Андрюха. Ты две выиграл, уходишь, выходит Катерин и Мак. Смотри, ты проводишь две схватки. Если ты проиграл, ты уходишь. Если ты две выиграл, уходишь, они между собой будут. Чтобы... Подергай. Вокруг него три круга пробеги и все, он умрет. Прикрой, пожалуйста. Что ты все время... Стоп! Вот это... Стоп, не двигайся! Вот это... Что за стоп? Объясни мне. Стоишь, руки в левой стойке, а ноги в правой стойке. Эй! Все время вот так стоит. Вот все время. Раз, вот. А то взял сюда, вот смотри, взял такой. Вот я тоже влево, а потом беру вот так встану. Как так может быть? Если в эту встал, все, в эту. Нельзя менять, а ты берешь эту ногу, да, чтобы там тут резко упал. И полно. Молодец, красавчик. Да, да. Авария, красавчик. Чей пояс, да? А, и он не считается сюда. Поясом. Плохо, плохо, стоп! Видишь? Свалился. А еще раз. Как я тебе сюда? Иди сюда. Если он взял здесь, то идет бросок. Взял здесь, то взял бросок. Он не должен сидеть. Поэтому еще раз, вот эта рука, бери за руку, только есть. Есть вот твоя рука? Пусть он здесь берет, ты можешь туда взять. А ты ее здесь держишь, он тебя ее сюда, или так стоит, чтобы ты раз отсюда, и все. Если близко захват, то идет бросок. Значит, вот отсюда, вот твои ручки. Вот, видишь, оп.
Миша отдыхает. Молодец, Андрей. Артур, одной рукой. Оценка. Вперед. Ой. Макс. Ой, 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 ой
семи. И вы уже знаете, какой бросок. Там бросок это делает. И вы уже знаете, там защита такая. То есть я должен бросок назвать чем-то именем. Вот Артур. Да? Есть у него коронный прием, который он может. Он может не выиграть, но он сделает его вклад. Он отрабатывает его. Не знаю пока. Ударный, например. Хорошо будет. А коронный бросок какой? Непонятно. У Максима тоже хороший парень. Какой бросок коронный? Уже нет. Вот я могу сказать, бросок через грудь, как Алина. Да. Вот он очень часто делает бросок через грудь. Значит, мы ему нужно ножки подкачать, ручки, спинку, чучело сделать, и чтобы он еще через грудь побросал. Вот единственный человек, которого я знаю, он делает часто бросок через грудь. Из-за того, что он физически слаб, он защищается, он расслабляется. А он хорошо в обратную сторону бросает. И броски у него идут, да, и пол часто. Вы поняли? Поэтому еще раз. Построились. Мальчики, построились. Сюда, сюда, сюда. Ближе встали, построились.